Логроньо, столица провинции Риоха. Прибыл я сюда, чтобы вернуться на путь Сантьяго. Весь его в этом году я не пойду, начну с 8-го этапа. Прогулка по центру, конечно, начинается с главного собора 15 века Санта Мария дель Редондо. Собор был построен на месте первой ранней церкви 12 века, но видно будет по всем трем порталам, что с 16 до 18 века расширялось. И вот такие фантастические фасады в стиле барокко пристраивались над воротами. Ну а главная достопримечательность этого собора – это, конечно, две башни-близнецы. Колокольные башни, каждая из которых имеет свой собственный набор колоколов. Wonderful Hostel. Это хостел, где я переночевал за 16 евро. И двигаюсь я к началу своего маршрута на пути Святого Якова. По дороге еще рассмотрим две церкви. Еще одна церковь Санта-Мария находится рядом в историческом центре. Это церковь Санта-Мария де Паласио 12-13 веков. В готическом стиле с элементами романского, тем не менее. И, как обычно, портал в стиле барокко позже пристраивался. Ну а на этой стене интересный мем изображен. Камино де Сантьяго делают не по этапам, а по тапам. Ну и последняя церковь из трех, которые я здесь увидел за свое короткое пребывание, самая замечательная. Это церковь Сан-Бартоломео, святого Варфоломея, 12 века. Много элементов романского стиля, хотя ворота готические. От романского также осталась колокольная башня, изображена сцена мученической смерти святого Варфоломея и прочие важные сцены из жизни христианских великомучеников. Эта церковь включена в список мирового достояния ЮНЕСКО. Итак, 8:35 утра, 0 градусов, и я отправляюсь на выход из города. Провожают меня в парке на окраине Логроньо белки, которым я заранее
купил сырой миндаль. Кормить тут запрещено, но от сырого миндаля не думаю, что им будет очень плохо. Главное, чтобы он был не соленый, не сладкий, не жареный. Это все был огромный парк Лаграхера на окраине Лагронио, самое любимое место горожан для прогулок, велосипедных прогулок, общения с животными, огромный пруд, где и рыбу можно ловить, и купаться можно летом. Hello, my friends. I'm back to action, starting my way of St. James again. This time I'm starting it in Lagronio. I did complete this way in 2021, so I'm more flexible now. I don't need that certificate about completion, so I'm gonna be more flexible, maybe changing some routes, some parts of it. So today I started in Lagronio. That's the stage number 8, Lagronio. To the town called Nájera, 29 kilometers. So join me in this wonderful journey through the vineyards of Rioja. Привет всем! Я обратно в action. Начал свой пеший паломнический путь Святого Якова. Начал Лагронио в этот раз, это этап номер 8. Ну, я сделал почти весь путь полтора года назад, летом 2021, и видео у меня есть об этом. Поэтому мне не обязательно уже так идти четко по маршруту. Все равно я постараюсь несколько сотен километров пройти. Немножко изменяя маршрут. Там кусочек был, который я на автобусе проехал. Сейчас хочу пройти пешком. В общем, этап номер 8. Сегодня начал я в городе Лагронио. Закончил в городе Нахера. 29 километров этап. Ну и по дороге буду рассказывать, кто же такой Святой Яков и почему это самый популярный, самый знаменитый маршрут, причем с 10 века, паломнический вообще в мире. По значимости считается третьим в мире после Иерусалима и Рима, но по популярности это безусловно номер один. И не только в Европе, но и в мире. Провинция Риоха – это самый винодельческий регион в Испании. И уж точно самый раскрученный винодельческий регион в Испании. Поэтому вокруг не только виноградники, но и бодеги, так называемые, винодельни, где можно зайти и купить вино от ящика. Но мне одному ящик не нужен.
Поэтому покупаю в магазинах в более мелких количествах. Сегодня, несмотря на длину маршрута в 29 километров, только один город у меня по дороге, это Наварете. И вот он уже на горизонте. Город интересный, очень красивая церковь. Ну а перед входом в город будет пара замечательных мест. Это развалины госпиталя для пилигримов, для паломников 12 века. И тут же была церковь 13 века, романский стиль. На частные пожертвования богатой местной дони был построен и содержался. Донья Мария Рамирес основала этот госпиталь в 1185 году. И там же был приют для этих паломников. Тут написано, в частности, что ворота этого сооружения 12 века сохранены. И на выходе из Наварета мы их увидим у местного кладбища. Ну а это знаменитый винодельный Дон Хакобо. Тоже приглашают паломников зайти и остановиться, чтобы испробовать их вина. Дон Хакобо, Риоха. Подошел я к городу Наварет. Основан в 12 веке королем Кастильи Альфонсо VIII в качестве оборонного городка Кастилии. Означает название с баскского «Ворота в Наварро». Самое потрясающее сооружение в этом городе с населением в 3000 – это церковь Вознесения Святой Девы Марии 16 века в стиле барокко.
Тут же напротив бар, где можно перекусить голодным паломникам, а напротив бара местный дом культуры. Ну а это кладбище городка Наварете. 16 века часовня, и сразу за ней должны быть ворота романские 12 века, которые были оригинальными воротами в тот самый разрушившийся госпиталь для паломников. Вот это они и есть, правда, действительно, оригинал, романский стиль. Посмотрели, идем дальше. Напротив альфарерия, глиняная посуда тоже здесь изготавливается, керамика. Так что не только вином славится этот регион Риохи, также своей керамикой, но вином, конечно, намного больше. Вот еще две бадыги, две винодельни, прямо на воротах написано «Продаем вино». Здесь тоже продаем вино. Так что, если идти к компании, можно зайти и недорого взять ящик хорошего вина. Правда, после этого идти, конечно, больше никуда не захочется. Летом тут, конечно, все зелено, виноградники вокруг красивее. А это приглашают посетить городок Вентоса в 1 километре. Это типично на пути Святого Якова, когда сбоку стоит красивая деревушка и рекламируют заглянуть в нее. Ну что, начну с того, кто такой Святой Яков, гробу которого в город Сантьяго, что в переводе означает «Святой Яков», направляются ежегодно сотни тысяч паломников в надежде получить прощение своих грехов. Яков Зебедеев, сын Зебедея, это один из трех любимых учеников Христа, один из трех первых учеников Христа, старший брат Иоанна, евангелиста. И вместе с Петром они вот образуют эту тройку наиболее приближенных учеников, апостолов Христу и любимых учеников Христа. Только этим трем Христос дозволил видеть три явления, которые он совершил. Это оживление дочери Джайруса, это когда он явился только этим трем в виде сначала ребенка, а потом старика, и его страдания в Гефсиманском саду перед распятием, когда он с кровавым потом проливался, так сказать. Вот только эти три апостолов были там свидетелями. Это легенда, то, что он здесь проповедовал. То есть это только косвенные данные указывают на это. Вот. И в 40-м году, согласно этим же косвенным данным, ему явилась от Рождества Христова в Сарагосе Мать Христа в поддержку, либо просьба вернуться, тоже не особо понятно. Как бы то ни было, он вернулся в Иерусалим. И в 44-м году от Рождества Христова он был первым из апостолов Христа, кто принял мученическую смерть. Король Израиля Ирод собственноручно отрубил ему голову. Голова Якова захоронена в армянской церкви в Иерусалиме, в армянском районе. На тело также претендует собор святого Сатурнина в Тулузе. И даже это вполне возможно, что часть тела там, а часть тела в Сантьяго де Компостела. Легенда также, как он попал туда, и как тело его, точнее, попало туда. Согласно легенде, ученики его и последователи, зная, что он является святым и проповедником, принес христианство на испанскую территорию, отправили лодку с ним в Испанию. Согласно легенде, она даже сама каким-то образом доплыла до городка под названием Падрон на берегу Галисии, где ее нашли, подобрали другие местные последователи Христа, уговорили местную хозяйку этих земель дать разрешение захоронить. Как бы то ни было, это первый век. Нашли тело святого Якова в 813 году. Тоже куча знаков, событий, свет явился, лучи. И один из монахов увидел там это тоже, эту легенду можно рассказывать долго, это место, и нашли. Времена были действительно тяжелые, потому что арабы оккупировали практически всю Испанию, и вот небольшой очаг сопротивления был как раз в Галисии. И вот это явление Якова
поддержало, принесло знаки, так сказать, стало творить чудеса. Во время битв он стал являться христианским воином и так далее. В общем, как бы то ни было, это главный покровитель Испании, это один из самых главных апостолов, один из самых знаменитых, самых святых, самых чаще всех являвшихся воинам, освобождавшим христианские земли в крестовых походах. Вот такой вот был святой Яков. Эту тему продолжу на следующей своей остановке на отдых. Международная группа артистических паломников прошла здесь. Один был из Швейцарии, один испанец, австриец, русский, англичанин и еще два флага я не рассмотрел. Итак, это горы Сьерра де ла Диманда. И самый высокий пик, 2200 с чем-то метров, это пик Сан-Лоренцо. Ну а мы спускаемся, последний спуск. И вот справа, где-то вот там справа, мой сегодняшний финал, городок Нахера. Очередное приглашение посетить городок Месон в километре в стороне от трассы, но уже в конце этапа сил не особо много для сторонних прогулок, надо экономить их. At last, I'm entering Nahera, the end of my sufferings for today. На этом кольце уже находится и приют, где я остановлюсь на ночевку за 9 евро. Достопримечательности посмотрю утром, перед выходом из города. Здесь вот я и ночую. Всем пока. До следующего этапа.